Армянские военнослужащие Айк и Геворг на митинге оппозиции оказались случайно, просто проходили мимо. Мнение тех, кто митингует, они не разделяют. Вообще не имею отношения ко всему этому. Это борьба за власть. Мы поддерживаем подписание мирного соглашения по Карабаху. Благодаря этому мы и наши друзья остались живы. Как сообщает Day Us, об этом российскому каналу в настоящее время сказали теперь уже бывшие армянские военнослужащие. Если бы не был подписан этот договор, то мы бы не имели даже того, что имеем сейчас. Вся наша армия там бы погибла. А многие люди, которые здесь, они даже не представляют, что там творилось. Мне не нравится, что наша страна капитулировала. Но я рад, что мы живы. Это самое главное. Бог спас всем нам.